Вот если человек булку украл в магазине, он преступник. Если человек против законов Украины, против законов европейского парламентаризма, заводят неизвестных, невооруженных, давайте говорить просто, в форме люди, в зал, который нельзя этого делать, выступает представитель Народного фронта, говорит, да, мы нарушили закон, там регламент там нарушает. Таким все законы Украины мешают. Чего же вы остальных заставляете жить по законам Украины? Или вам можно? Так пусть они делают список, кому в стране можно жить не по закону. Мы и так этот список знаем. Так пусть теперь опубликуют. Сегодня произошло надругательство над украинским парламентаризмом, повторяю. Это за пределами разума. Такого не было ни в одной стране мира. Только в Армении, когда расстреливали парламент. В украинском парламенте, ни при одном режиме, такого не было. Сессия не продолжается, все разошлись. Теперь на один Сыроид давайте добивать там еще кого. Есть масса претензий к пани Сыроид. Но в данном случае я буду ее поддерживать, потому что она действовала по закону. А им не нравятся законы. Ну что я могу сделать? Ну живем мы в такой стране, а может им и страна не нравится. Откуда я знаю? Но законы, это украинские законы, понимаете или нет? И человек, который завел в Раду людей, должен отвечать по закону так же, как и Парасюк. Вот Парасюк должен сидеть. И вот те, кто завели в зал, должны... У нас демократия будет. Не сомневались. Это же Акела. Но потому что все, он уже никому не нужен. Он уже работает на другую, на другие потоки, там уже все. Волки в своей яме не разобрались там. Но это всегда так происходит. Смотрите, они вначале пели все вместе. Вы не поняли? Сейчас вот. Сейчас все будет. Сейчас все посмотрите. Смотрите, меня не волнует Парасюк. Меня, я считаю, и блокада была инициирована и проплачена. Я считаю, что это не патриотизм, а торговля на крови. Но то, что происходило в Раде сегодня, является настолько вопиющим, настолько выходящим за рамки даже привычных беззаконий Украины, нарушением всех законов, что я считаю, что если это не будет сама оценка, мы больше не имеем парламента. Мы больше не имеем вообще законного парламента, который не может сам себя защитить. Под конвоем давайте каждому представим двух солдат и будут вводить их на голосование. Глава парламента, он мог только дать команду открыть двери. Больше никто не мог там быть. Зал полный военных. Это люди неизвестных формирований, не знаю, откуда они пришли. Говорят, что это представители полиции, народного, это каких-то ополчений. Ну так давайте, пусть они заседают в Раде, принимают законы и все. Рада, не ходят депутаты, не регистрируются, когда один с этими карточками... А как теперь диету треба? Заседание теперь не будет, или что? Ну я не... Смотрите, я зал захвачен. Зал Верховной Рады захвачен военными. Кто эти военные? Откуда они? Задние открылись, двери задние, сзади вошли. Сыроид закрыла заседание. Ну, человек 40, я не знаю. А что депутаты будут делать? Вы, зокрема, что будете расходиться? Что а я не собираюсь сидеть в оккупированном зале. Мне еще не хватало тут под конвоем работать. Я вчера смотрел фильм «Свадьба в Малиновке». Для чего? Чтобы освежить, так сказать, происходящее в стране, чтобы я понял до конца. Вот смотрите, мы уже как-то даже не удивляемся. Задержали людей с оружием. Я сейчас не говорю, кто они, за демонстрантов, против демонстрантов. Майдан, против Майдана, это все уже такое. Кто какие лампасы себе нашил, тот и выступает. Задержаны люди с оружием. Есть статья Уголовного кодекса. Незарегистрированное оружие, преступление, да? Угу. Слушаю заявление силовиков. Говорят, задержали людей, все нормально, задержали с оружием, отпустили потом. А чего вы их отпустили тогда? А почему не задержали этих людей с оружием? Ну вот мы и задали этот вопрос. Нет, кстати, у меня не только это. Ответили, а нам ответили, что сейчас вот выясняют, кому принадлежит это оружие, пытаются идентифицировать этих людей, пока непонятно, чье оружие. Смотрите, но мы-то с вами взрослые люди понимаем, что это бред сумасшедшего. Да? Я прошу прощения наших силовиков. Так вот, скажите, ну это же нездоровый разговор, нездоровый. Значит, что происходит? Происходит, ну вот в области, вот самопомощь решила блокировать. Я не говорю, правильно она решила, неправильно, вот она решила блокировать. Ну хорошо. Дальше. Эти сказали, не разрешаем блокировать. Порошенко сейчас сказал, что мы больше не будем работать с этими заводами. То есть я правильно понимаю, что до сегодняшнего дня на неконтролируемой нами территории, с которой мы воюем, которую экономически, если там человек едет, везет там 5 копеек или там всего сразу, мы нормально торговали, и там были нами контролируемые предприятия, правильно? До вчерашнего дня. Сейчас их забрали, знаете, как в анекдоте, значит, встречается Порошенко с Меркель, она говорит, вы знаете, у вас в стране воруют. Он говорит, у меня паразиты. Так вот, знаете, получается, сейчас, когда у них воруют, это плохо, да? Люди, это все несерьезный разговор. Мы не можем определить, что мы хотим. Вся наша жизнь превратилась в единое какое-то обслуживание. Ну, я не знаю, как их назвать. Ну, своры каких-то, я не знаю, ну, я не знаю, кого, да? Сколько их? 10, 15, 20. И мы все их страной обслуживаем. И нормально смотрим в глаза. Вышел вот сейчас один, говорит, все, кто там, там преступники, а эти хорошие.
нам надо переходить на две простых вещи. Экономика должна идти впереди всего. Вот это гавканье уже все закончилось. Крики, песни, все надо заканчивать. Должна быть экономика. Остановиться в этом, я не знаю, ну, сумасшествии каком-то экономическом. Потому что, вы понимаете, нет ни одного... И самое главное, люди, вот самое главное поймите. Можно страдать какой-то период, терпеть. Можно, знаете, вот люди там... Взяли кредит в банке, да, мы немножко там тяжело, но мы строим квартиру. Да. Ну, понятно, для чего вы ее взяли. Мы для чего это делаем? У нас никакой перспективы. Нам ни разу не сказали, ребят, ну вот хорошо, давайте я вам расскажу страшные вещи, которые скрывает от вас нынешняя власть. Хотите? Давайте я вам расскажу. Давайте. Нам рассказывают, что 1 миллиард мы сейчас возьмем и выживем. Хотя перед этим Минфин сказал, что нам деньги не нужны. Во что они нас загоняют? Люди. Это за 1 миллиард они с вами разговаривают. 18 по 20 год реструктуризация Ерейска привела к тому, что Украина должна выплатить 20 миллиардов долларов. Никакими кредитами, ничем это покрыть нельзя. Это государственный дефолт. В 21 году, независимо ни от чего, они вогнали нас в эту ипотеку. Проверяйте мои цифры, я вслух говорю. 10 миллиардов уже мы должны заплатить. Таким образом, с 18 по... мы не выдержим 18-21. Это просто, они это знают. Они хотят протащить нас еще немного, еще поцаревато, еще. Но дальше что? Дальше, вот я цифры сегодня, перед тем, как идти с вами, сверял. 18 миллиардов, каким образом мы это заплатим? Каким образом мы заплатим эти деньги, 22 миллиарда? Значит, никаким. Что они знают? Что потом надо будет объявлять дефолт государства. Люди, для чего нам убивать сегодня стариков, забирать пенсии? Что это за предложение такое, бредятина, пенсии обложить налогом? Пенсия, отложенная зарплата. Пенсия – это то, что у тебя уже взяли с зарплаты, ты заплатил с этого налог, ее отложили тебе на пенсию. Теперь тебе говорят, с этой пенсии еще раз заплатить за это. Люди, вас грабят. Грабят нагло. Потом скажите мне, Вадим, если мой друг, скажите мне, как мой друг мне советует вырубить мой лес? Ну вот я приду к вам домой, вы живете, у вас маленькая хатынка, у вас немножко нехорошая материальная. Вы говорите, Вадим Зинович, займи мне 1000 гривен, я хочу, или 10 тысяч. Я говорю, хорошо. Вот тебе 10 тысяч под большие проценты. Не дай бог мне такое вам сказать. Но не все. Вырубите свой сад, что у вас во дворе. И вы сейчас бабушка обложите ее налогом. И потом вот объясните мне, люди добрые, ну давайте я напал на это бедное МВФ. Я не соглашусь. Правительство это хорошее. Ну, да, мне можно задать один вопрос, который вы не знаете? Мы создали экспортно-импортное агентство Украины для развития экспорта. В меморандуме МВФ написано, убрать экспортно-импортное агентство. Да вы что, сдурели все? Так что нам вообще ничего. Какое отношение вы имеете к нашему агентству? Значит, вам надо, чтобы мы ничего не продавали, не развивали свой экспорт, вырубили лес, уничтожили пенсионеров. И для чего? Чтобы до 2018 года вот эту свору у власти держать. Что, вроде дефолт. Вадим Александрович, ну вы, я сейчас так улыбаюсь, потому что вы мне говорите, там вырубили лес, я же не соглашусь, вы знаете. Да? А к чему же мы соглашаемся? Смотрите, каждый в своем огороде не соглашается так, вырубить лес. А страну давайте вырубим. Поэтому... Вот смотрите, по риторике, по тому, как подносятся события, сразу определяется в какой-то политической силе. Нет уже проукраинских сил, да? Они просамопомические, пробатьковщиновские, пропорошен, про... Понимаете, вот это нас раздирает. Я вот сегодня с утра, вот я сегодня сидел со своими друзьями, анализировал ситуацию, я сказал, что я вот прекращаю вообще трогать те силы, которые не являются сегодня у власти. Почему? Не потому, что они мне стали симпатичнее сегодня с утра, а потому, что нам надо прекращать эту свару всеукраинскую. Нам надо строить страну каким-то образом. Ну какая разница? Ну я 1000 раз прав в том, что я скажу про Саакашвили, Тимошенко, там я знаю кого еще, самопомощи, свободу. Как ее строить? Если один закладывает, замуровывает там это Сбербанк, а другой там, значит, закопает труп. Как ее строить? Можно я вам расскажу как? Вот смотрите, мужчина и женщина – это два существа, на мой взгляд, с разных планет. Тем не менее, они как-то объединяются, да? И как-то строят семью, и иногда еще счастливую, да? Иногда как-то живут вместе. Ну, понимаете, хотя, в общем-то, ну, противоестественно. Ну, вот она свое, и она выросла в другом окружении, он в другом. Эти два человека все время ходят вот так вот вместе, да? Но получается, да? Mm-hmm. Точно так же получается чуть больше общества. Знаете, а за счет чего получается семья? За счет чего это получается? За счет того, что они каждое утро не садят и не выясняют, кто из них прав, кто виноват, кто из них самый умный. Вот тогда, как только начинается выяснение вот этого, все, семья пропала. То же самое перенесите на страну. Но если с утра, вот смотрите, я ничего не слышал, вот я центральные каналы смотрю с утра, ни одного предложения, как строить, как выходить из кризиса, как платить, все заняты редутами.
Да нафига, извините, мне эти редуты нужны. Понятно и так, что они гроши зарабатывают или выборный электорат. Ничего там никто не делает. Если вы хотите перекрывать и чтобы разорвать на себе рубашку и не дать стране плохо жить, иди на Банковую, иди к Грушевского, иди, чего вы там, перекройте Минздрав, который не дает людям жить и дышать. Перестройте Минфин, чего вы сидите там на этом Донбассе? И мало того, смотрите, решение в конце вышло. Вот это вагонами можно переносить, а в машинах мы определим, что можно. То есть им опять можно торговать вагонами, а нам можно взять банку сгущенки. К чему привела эта блокада? Нам нужно понять.